Число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 11 человек. 51 находятся в больницах. Об этом сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. Неустановленное устройство взорвалось накануне в вагоне поезда на перегоне станции метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания». Ответ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В северной столице в связи с трагедией сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур. По подтвержденной информации, в результате взрыва пострадала одна жительница Якутска. Ее доставили в больницу и прооперировали накануне. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Якутии при президенте России Юрий Кравцов. Что я сам лично видел только одну якутянку. Остальные слухи в WhatsApp, в Facebook не могу ничего сказать, так как у нас такой информации здесь нет. В студенческой среде все, как говорится, все под контролем. Ставших кровь, ну, к нам такая информация тоже не поступала. Есть добровольное решение группы якутян сдать кровь. Мы сейчас смотрим организованные места приема крови. Будем информировать диаспору и желающие просто в общий банк крови пойдут сдавать. Пострадавшей кровь не требуется. Она уже прооперирована и находится, ну вот по крайней мере, ночью находилась в реанимации.